Число безработных растет в Атырауской области. Сегодня в центрах занятости зарегистрировано 14 тысяч человек. Это на 3 тысячи больше прошлогодних показателей. По словам специалистов, основной причиной подобного роста стала пандемия. Какие меры предпринимают для стабилизации ситуации, узнавала наш собственный корреспондент в регионе Алия Жамитова. Сегодня уровень безработицы в Атырауской области составляет почти 5%. Если в июне прошлого года на учете в центрах занятости состояло 11 тысяч человек, в этом году их уже 14 тысяч. Самигул Асапаров попал под сокращение во время пандемии. Уже больше года не может найти работу. В надежде трудоустроиться пришел на ярмарку вакансий. Куда только не ходил со своим резюме. До сих пор не могу никуда устроиться. Не получается даже оплатить счета за коммунальные услуги. Теперь надеюсь, что поможет ярмарка вакансий. Для стабилизации ситуации на рынке труда более 2000 вакансий предоставили 17 крупных предприятий. Большим спросом сегодня пользуются инженеры, техники и кондитеры. Безработные, которые изъявили желание начать свой бизнес, они обучаются основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау бизнес», получают кредиты на развитие своего дела и государственные гранты. С начала года по области выдано 160 грантов. Кроме того, по словам специалистов, с начала года в рамках государственной программы «Ембек» трудоустроено почти 13 тысяч безработных. Из них 7600 нашли постоянную работу. Временные рабочие места получили свыше 5000 человек. Алия Жамитова, Ханат Елеуф, Атамекен Бизнес, Атырау.